строения были очень повреждены, потому что они как раз были построены на уступе. И к концу 18 века их просто разобрали. А фундаменты, возможно, остались. Вот Сергей Борисович Горбатенко, который вы читали, да, выпустил книгу «Петерговская дорога», исторический справочник, просто советую купить вам. Значит, до сих пор мечтает, чтобы там провели археологические изыскания. Вот, и, может быть, что-то интересное было найдено. Но помимо этого, в Стрельне здесь была еще усадьба Вильяма Монса. Ну, потом тоже конфискованная, а вы знаете, он был фаворит Екатерины Великой после того, как говорят, Вильям был замешан в разных махинациях, но мы знаем еще истинную причину, ведь это был, ну, можно сказать, фаворит Екатерины Первой. И еще здесь была усадьба Кикина. Вот до сих пор, когда мы с вами едем на трамвае, да, там деревня Кикинка, речка Кикинка с той стороны Константиновского дворца, да? Так вот, за Константиновским дворцом, где сейчас экскурсионное бюро, напротив дачи Линстрима. Вот на месте этой дачи и была когда-то усадьба Кикина. После того, как был раскрыт заговор против Петра, а Кикин ведь воспитывал его сына, Петр приказал срыть все дворы, чтобы ничего им не напоминало об этой усадьбе, о Кикине. Кикин здесь ведал рыбным хозяйством. Но название все-таки закрепилось, видите, за речкой, деревней, и дошло до нашей. Ну, давайте мы чуть-чуть вперед пройдем и продолжим рассказывать.